Сегодня Анатолий Пахомов встретился с ветеранами Центрального района курорта. Участники Великой Отечественной, дети войны, блокадники собрались за праздничным столом. В их адрес звучали слова благодарности за мирное небо над головой. Ветеранам рассказали о сценарии празднования Дня Победы. Глава Сочи Анатолий Пахомов напомнил и о помощи, на которую они могут рассчитывать. Это и санаторно-курортное лечение, такое уже проходит около 300 человек, и ремонт жилья, в котором они проживают. Имейте в виду, что если вдруг где-то что-то надо помочь сделать, я готов и подремонтировать, и другую оказать услугу. Это все то, что мы сегодня можем сделать для вас. Все можем для вас сделать. Дай Бог, чтобы только вы жили подольше, чтобы здоровье у вас было. Анатолий Пахомов ветеранам и участникам войны вручил благодарственные письма за активную общественную работу с подрастающим поколением.